6 сентября в Красногорске прошел 13-й фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России». В числе обладателей гран-при оказались Одинцовский театр народной песни «Теремок» и ансамбль народной песни «Заряночка» из Назарьева. В этом году состав участников фестиваля был очень представительным. Московскую область представляли сразу 32 муниципалитета. В таких условиях цена каждого гран-при особенно высока, отметил глава округа Андрей Иванов.